Друзья, всем привет! Харальд пригласил нас в ресторан с сыном. Сейчас мы идем встречать Нину. И в 20:00 у нас заказан столик в ресторане Puerto de la Cruz. Все оставайтесь живы, здоровы, оставайтесь на моем канале, комментируйте, спрашивайте, ставьте лайки. Всех жду. Вообще, начиная с 10 мая, очень хорошая погода в Puerto de la Cruz. Постоянно солнечная. Практически облаков-то и не было. Так где-то немножко прикроет облаками, и через полчаса опять солнечные теплые дни. Видите, какое практически безоблачное небо. А завтра мы идем на целый день в Шримбад, в бассейне Маркианис. Нас туда приглашает уже Инна. Целый день. В понедельник, во второй половине дня, Инна улетает в Израиль. Очень жаль, не хочет возвращаться, потому что сейчас в Израиле идет война. Друзья, хочу показать, я несколько раз показывал, какие красивые статуэтки. Оля! Вот такие красивые статуэтки здесь. Я много раз показывал вам в своих видео. Вот статуэточки. Очень дорогие, и фирма Лалик. Вот здесь Ладро. Ладро, смотри, какая композиция шикарная. 25 тысяч евро стоит она, эта композиция. Вот такие тоже очень интересные. Вот. Оля, zum ich bin Blogger zum YouTube Kanal sehr gut Werbung für ja für uns ja. Вот здесь 24 тысячи. 9,5. Новая композиция, абсолютно ее не было. Поставили. Вот какая шикарная тоже. Очень большие такие статуэтки. Видите, как красиво все сделано. 45 900 стоит. Или вот тоже 4 900 стоит. Очень красивые сервизы. Все для очень богатых людей. Для богатых людей. За витриной тоже очень много на витрине стоит. И здесь вазы такие тоже огромные. И мы заходим в отель, где живет Инна. Здесь сейчас будем ждать ее. Вот тут два отеля. Один Бамби, а вторая сторона вот Астория. Вот при этой, при двух гостиницах есть такой ваш салон, ну, где можно постирать пяти. Денежка бросается и идет стирочка с сушкой. Здесь такой красивый диванчик. Наш салон. Какие вы красивые! Думали, что тут пик, а здесь, смотрите, как здорово. Видите, как люди живут. Я здесь, кстати, первый раз иду по этой лестничке. Ну, в таких домах живут испанцы. Испанцы живут в таких домах. И выходим здесь на центральную улицу. Сейчас выйдем туда, к океану. Здесь океан прямо. Прямо океан. Бизанта. А вот часть уже сделали, а вторую часть делают тоже. В прошлый раз приезжали, ремонт здесь был. Здесь
техника продается. Техника разная. И мы подходим к океану прям. Красный флаг, купаться нельзя. Выходим прямо к океану. Много людей. Люди прогуливаются. Фонд Грубе. Это здесь косметика и парфюмерия. Там дальше, как болотце, люди плавают среди таких вулканических пород. Рыбу ловят с берега. Завтра мы будем в этих бассейнах целый день находиться. Там же перекусим. Здесь церковь у нас находится, старая, 18 лет церковь. А здесь старый город. Город Пуэрто-де-Ла-Крус. Много людей, очень много. Давайте в церковь зайдем, Саша. Заходим в церковь. Наверное, месса идет. Месседина. Красивые балконы. Мы идем в ресторан. Это самый центр старого города Пуэрто-де-Ла-Крус, историческая часть. Наша компания.
Гарольд, Инна и я. Мы подходим к плато Шарка. Кофе Шарка. Здесь раньше была лужа. Давно-давно. Потом была такая мусорка, можно сказать. А потом ребята все это превратили в вот такую красоту. Здесь продают марокканцы разные свои шляпки, футболочки, сумочки. Из Марокко люди. Дерево в воде. Подходим мы к нашему ресторанчику. Сейчас пойдем внутрь. Там у нас столик. Там у нас столик. Пригласил наш шеф в ресторан. Сейчас покажет, где мы сидеть будем. Люди уже ужинают. Вот такой замечательный ресторан. Садимся. Данки фильмальс. Выбирай, Инна. Где удобно. Присаживайся. Das komplette Fisch richtig vom Grill, nicht von der Platte, als Beilage die kanarischen Pellkartoffeln und Salat oder für zwei Personen eine gemischte Platte, wie eine selbe Dorade mit verschiedenen Meeresfrüchten. Bitte schön. Что, заказали мы уже Fisch Dorada. Сейчас принесут, посмотрим, что нам принесут, покажу и вам. Очень любуюсь этими балконами красивыми. Очень красивые балконы. Харальд, Инна. Инна немножко улыбку натянула, но... Да. Вот теперь нет. Да. Good? Good. Смотри, как красиво оформлено, да? Вообще. Супер. Данки фильмальс. Это мы приходим в ресторан Пуценхоф, и там подают на горячих этих платах. Да. В следующий раз приедешь, обязательно сходим, а то мы так все как-то говорили и не сходили. Вау. Schön, bien gemeldet. Guten Appetit. Guten Appetit. Да, ох, ё. Вау. Ну, вау. И меня принесли. Супа. Шедевр. Он сальц хе супа. Посмотрите, как красиво сделано. Соль такая крупненькая. Дорада лежит. Костик отрезан. Все как бы картошечка тенерифская. Ребятки, вкусняшка. Лимончиком у нас идет видео. Не фотография, а видео. Так что лимончиком полили. И вкусная дорада. Свежая была длина. Только-только поймали ее, она еще разговаривала буквально недавно. Друзья, выходим мы из ресторана. Очень хороший ужин, очень вкусно все было. Рыбка хорошо приготовленная. Очень уютный ресторан. Рекомендую, кто будет возле Чарка, этот ресторан находится. Всем пока-пока. Вечерний. Puerto de la Cruz. Регуля ресторанте. Завтра, наверное, мы сюда пойдем. Саша, очень красиво. Красиво, да? Зайди, посмотри. Ага. Вот такой ресторанчик Регуля. Смотрите, как красиво. Здесь, наверное, свежая рыбка. Вот, вот такой ресторанчик. И это все вечерний Puerto de la Cruz. Ice cold? Ice cold.
Их один YouTube канал, йо. Йо, sí, йо, бите, йо. El que cantamos, el Ave María. Бе, йо. Йо. Una, йо. Espera, tía, no se ría. Lo hago yo. No, jamás. Danke, danke. Ave Maria. Ave Maria. Pause, 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 pause. Красивые уютные улочки города Пуэрто-де-ла-Крус, старые-старые дома. Идите вас вместе. Thank you.
Una más en el lado de hombre. Lo voy a poner en el periódico. Se necesitan hombres en el puerto de la Cruz para bailar los fines de semana. No fue hermoso olvidarlo y cantarle al Valle Hermoso, ese pueblo tan bonito, tan bello y maravilloso. Dice que te va, dice que te va para la condena. ¡Vámonos! Dice que te va, pero no me lleva. Más fuerte. Dice que te vas, dice que te vas para la Romera a llamar. ¡Ay, la Romera! Ну что, друзья, мы пришли домой, сейчас выпьем шампанского. Очень хороший вечер удался. Хорошо отдохнули. У нас Инна потанцевала. Вот, все это немножко будет показано даже в видео. Все оставайтесь живы-здоровы, всем хороших выходных и наступающей новой недели. Всем пока-пока.